стран. То есть говорили, что запущено, но я смотрю, вроде нормально. Я видел, да. Устало сессию идти, но уже нормально. Нормально, потом не снимал. Сейчас впечатление, сейчас кайф. Сейчас пока, да, энергия бурлит пока, да. Очень приятно. Я тоже снимем. Доброе утро. Что интересно, Виктор, что когда бывает дождь, в каком состоянии становится этот место? Как ты думаешь? Ну, посмотри, вот эти видишь полоски, да? Что свидетельствует о том, что вода, то есть, да, скорее всего, дождь сделала? Сейчас находимся в восточном Азербайджане. Костя, ну как состояние, как ощущение по Ирану? По Ирану ощущение хорошее, даже в России говорят, Иран — бедная страна, блядь, в России таких дорог нету. Я уж не говорю про Казахстан. А как по природе, ну думаешь, осилим? В принципе, гор таких сильных я не вижу пока. В принципе, я думаю, можем. Если муфлоны есть, мы их найдем. Да, 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 да. Но если их там и не было, то мы искать их даже не будем. Витя, ну что, поплаваем? Как настроение? Хорошо. Оно боевое. Видим, где гора. Ну. До туда пойдем пешком. Отлично. Утро начинается с зарядки. Доброе утро еще раз. Привет, спасибо еще раз. Как настрой? У Кости вроде хороший, сегодня боевой. Подъехали на озеро Урмия. Здесь соленая земля, или дно, как его назвать правильно. Там впереди нас ждут две лодочки и дымки. Здесь остров, куда можно попасть. Остров Кабудан называется. Ну, говорят, что быстро доедем, то есть, ну, пока что точно не можем погода сказать. Погода идеальная, ветра нет. Дай бог в такую погоду стрелять. Да. Не торопясь стрелять, потихонечку выберем. Тут можно торопясь стрелять без ветра. Да, ясно. Надеюсь, будет у нас очень хорошо. Ребята нас собрали, дали красивые. Сейчас мы пойдем. Желтые, медные. И вдруг белый появляется. Ты сфотографировала? Да. Что, засняла? Да. Отлично. Мы едем в нашем лодке. Thank you.
Согласись, да, интересно, не? Переехать. 74-го года вода ушла, 74-го года. Мало стало, да? Да. Слушай, ну я бы после этого машину бы помыл бы. Да, они так и сделают. Если потому что разъезд этот сорт 100%. Колясь меня, я ваш. Решим. Костя, я решу, я тебе скажу. Я, скорее всего, с тобой поеду. Да, Сереж, привет. Да, могу. Мы находимся в красоте, я не знаю, в таком далеком цивилизации месте.